Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере возбудили в отношении жителя Анапы. Изъято более 6 килограммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД России. По оперативной наводке по подозрению в незаконном обороте наркотиков в пригороде Новороссийска полицейские задержали 34-летнего анапчанина. На одном из дачных участков, где он снимал жилье, оперативники обнаружили свыше 5 килограммов различных наркотиков. Установлено, что подозреваемый бесконтактным способом приобретал оптовую партию запрещенных веществ для дальнейшего незаконного сбыта в городе Героя. Также выяснилось, что злоумышленник осуществлял тайниковую закладку с гашишем массы более 285 граммов. В поселке Глебовка, а также в станице Надухаевской из оборудованного тайника полицейские изъяли около килограмма мефедрона. В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник заключен под стражу. Ведется следствие.